Володя, к Рождеству и к Новому году. Чего я вам спою? Разные. У меня вообще большие такие рождественские есть выкладки, как это когда-то называлось. Целые блоки рождественские. Я люблю зиму. Я, честно говоря, кроме зимы-то вообще ничего не признаю. Все прочее, мне кажется, подготовительными такими временами года. А зима настоящая, для Москвы в частности. Ладно. В общем, очень старую одну такую вещицу вам вытащу. Но она старая. 76-го, что ли, года. Пришла знакомиться к Акуджаве в 76-м году, в конце. Моему сынишке уже был год. Вот. Такой был мой багаж. Вообще больше ничего не было. Но песен была уже целая. Целая я. Была. Сундучок. Выдумывала себе всякую ерунду. Выдумывать не так уж и бесполезно. Когда бы мы жили без затей, я нарожала бы детей от всех, кого любила, всех видов и мастей, и гладя головы птенцов, я вспоминала бы их отцов, а до них отцов семейства других. Совсем юнцов их не коснулась бы нужда, междуусобная вражда. Уж слишком были бы не похожи птенцы того гнезда. Мудрец научит дурака, как надо жить наверняка. Дурак, пускай научит брат кушать, как жизнь сладка. Сестра-простушка учит прясть, сестра-воровка учит красть. Сестра-монашка их научит молиться, чтобы не пропасть. Когда б я заделалась стара, вокруг накрытого стола всю дюжину моих потомков однажды собрала. Как не похож на брата брат, но как увидеть брата рад. И то, что этим братья схожи, дороже вост крат. Когда б мы жили без затей, я нарожала бы детей от всех, кого любила, всех видов и мастей. Этот Новый год буду встречать с четырьмя детьми и их уже напарниками, и семью, внуками, с началом фестиваля. И прочесть что-нибудь. А вот вы как-то читали у нас на фестивале такие классные, замечательные стихи, напутствие какое-то такое было. Про то, как... Что такое-то? Ну, простите великодушно, я не помню, но было очень здорово. Значит, что я вам скажу? Ну, дайте мне, Наталья Григорьевич, там малюсенькую такую книжечку.